Ага. Плохо видно. Готовлю сегодня перец фаршированный. Можно сказать, сезон. Нет, не можно сказать, считаю. Сезон открытым. На фаршированный перец. Что-то как-то плохо видно. Фарша получилось немножко больше, как обычно, чем самого перца. Поэтому, как обычно, пришлось доделать тефтельки. Но ничего. Тефтельки мы любим. Так что вот варится. Плита у нас такая старенькая, как и само помещение временного проживания. А тут у нас есть зажарочка. А зажарочка пойдет до перчика. Только когда уже будет готово, то я потом красиво перчик выложу на тарелочку. И той зажарочкой сверху полью. Она, правда, особо не льется, такая густая получилась. Но не полью, так помажу. Зажарка из луковички, чесночка, морковки. Вон те вон оранжевые, вообще-то кружочки. Что-то на видео не очень видно, что это кружочки. Оранжевые кружочки – это морковка. А еще там немножко петрушки. Ну и бульон с перчиком. О, такой перчик красивый. Такой красивый, вкусный, 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 вкусный. О, кипит. Еще чуть-чуть. Еще немного. И лакомство готово. Ладно, прикрою. Так. Так лучше. Ну, вот так-то. А теперь кухня. Заляпанная кухня. Но. Такие шкафы. Такие шкафы, польский флаг, патриотизм, ведерко из-под творога, такого перетертого, такой перетертый творог. Называется в Польше сыр белый. Сыр белый. В Польше есть сыр желтый, что означает сыр желтый. И сыр белый, что означает сыр белый. Сыр белый, ну то... Творог перетертый. Он бывает сладкий и не сладкий.
этот перетертый творог преимущественно добавляют в сырник. Есть такой польский очень-очень вкусный десерт. Сырник называется. Делается из творога, теста. Ну, то есть из того творога или творога. Короче, сыра белого. Ну, вот такая вот кухня, такой стол, мойка. Вода вечно летит в разные стороны, потому что неумно как-то придумано. Мойка неглубокая. Кран высоко, поэтому вода летит в разные стороны. Микроволновка старенькая. Стиральная машинка не старенькая. Окно. Тут соседи живут. За той дверью. Календарь. Полочка. Полочка. А тут такой стол со стульчиками. Еще один был стул, но его развалили и выбросили. Не мы развалили, еще до нас кто-то постарался. Тут такая полочка. Кактусик у меня растет. Я за ним ухаживаю. Холодильник. Мои сковородки. Холодильник такой длиннючий. С морозилкой. И такой паркет, от которого теперь одно название осталось. Ну, потертый весь. Особенно вот здесь вот. Возле мойки. Ну, потому что в основном все возле мойки отираются. Вот. Что в шкафах, пока показывать не буду. Как-нибудь потом. Ну, в хлебнице, понятное дело, хлеба. На сегодняшний день полно. А бывает и пусто. Ну, вот так вот, как-то так. Такая вот кухня. Пока все. Пока-пока.